Ну, тяжелые игры получились. У нас в поездке уже 5-6 игра, повторюсь. Поэтому силы не беспредельные. Команда Темиртау хорошая, быстрая команда. В общем-то, готовились, готовы мы были к этому. По вчерашней игре могу сказать, что упустили победу однозначно. То есть выигрывая в конце второго 3-1, нужно было просто дотерпеть. Это глупейшие даже не ошибки, а какие-то невнимательность, что ли, привела к двум голам наши ворота. Ну, а в булитах, я не скажу, что это лотерея, но что получилось, то получилось. По сегодняшней игре первые пропустили. Вот, ну, в общем-то, перестроились, парни молодцы. Нашли силы себе сравнять счет, выйти вперед. Третий период просто играли по счету, засушили игру и довели матч до победы. В общем-то, везем 7 очков с этой тяжелейшей поездки. С 3 городов. Вот, ну, конечно, хотелось бы больше, но что имеем, то имеем. Вчера довольно-таки хорошая игра была для нас, несмотря на то, что мы уступали по ходу игры в 2 шайбы. Удалось сравнять, и уже в серии булитов дожали, так сказать, соперника. Молодцы ребята. Сложная игра была психологически, физически. Во второй, в принципе, были тоже хорошие моменты. И повели в счете, и выходили там 2-1. Но персональные ошибки некоторых игроков приводят вот к таким голам пропущенным. А в третьем уже не смогли, так сказать, достучаться до ребят, наверное. Хотя внесли корректировки, но не получалось ни начало атаки, ни закрепиться в зоне. Ну и, конечно, соперник довольно-таки хорошо сыграл. Отошли немножко от той игры, которая нам приносит результат, успех. Но будем делать выводы, естественно, работать с игроками, показывать видео, объяснять. Поэтому работа продолжается.